ты его прям в процесс. Да ладно. Опасный ты человек, Ленон. Прям киллер. Здравствуйте. Здравствуйте. А Минаев в какой палате? В конце по коридору, но ваши коллеги с ним уже пообщались. И в настоящее время он отдыхает под препаратами. Его сейчас лучше не беспокоить. А когда можно побеспокоить? Может быть, через час. Через час. Спасибо, подожду. Угу. А вы милиционер? А с чего вы взяли? Вы очень мужественный. Ну, вы тоже ничего. А вы, случайно, не знаете, как себя Гришенька, то есть Григорий Минаев, чувствует? Вы знаете, врач и милиционер – это разные профессии. Подождите, просто я хотела узнать. Я, на самом деле, очень долго жду, ну, пожалуйста. Ну, одну минуточку. Я просто хотела вам помочь. Вы не хотите меня допросить? Слушайте, вы ему кто? Я ему... Понятно. Если вы понадобитесь, вам позвонят. Скажите, это все из-за иконы? Слушайте, я с вами, то есть мы с вами свяжемся, окей?